«Сильные люди, добрые люди», гласит лозунг Саратовского военно-патриотического клуба «Патриот». На днях там состоялся практический семинар для сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии по Саратовской области. Подробности в сюжете наших коллег. Тонкостям в рукопашной схватке с противником и в ударной технике, тактике ножевого боя и многому другому сотрудников Росгвардии в этот день учили не рядовые тренеры, а чемпионы мирового уровня. Именно такой тренерский состав на сегодняшний день в военно-патриотическом клубе «Патриот». На протяжении 7 лет основной задачей клуба «Патриот» является воспитание подрастающего поколения. Многие ребята, которые обучались у нас в клубе, связали свою жизнь со службой в вооруженных силах, со службой в каких-то правоохранительных структурах, в том числе в спецподразделениях. Поэтому общение вот такое на тренировках, ну, в каком-то другом формате, для нас очень необходимо для того, чтобы подразделения друг с другом интегрировались. Наши подразделения спецназначения. Что касается бойцов спецподразделений Росгвардии, им обязательно необходимо общаться с действующими профессиональными спортсменами высокого уровня, которые сосредоточены у нас в клубе, для того, чтобы повышать свое мастерство. Тренер клуба – трехкратный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов Армен Исраилян. Делится своим опытом с каждым сотрудником Росгвардии. Вот удар сделал, правой ногой шаг сюда Хочется выразить огромную благодарность руководству клуба «Патриот» за проведенный семинар. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и верим, что в клубе «Патриот» вырастет достойная смена защитников Отечества, которая пополнит ряды Росгвардии России. Сергей Гуляев занимается в «Патриоте» с детства. Выступал от клуба на всероссийских и областных соревнованиях. Становился призером и победителем. Сегодня он боец ОМОН. Военно-патриотический клуб. Все-таки он дал мне какой-то... Я углубился в православие больше, как бы начал узнавать больше о истории. Были занятия спортивные, рукопашный бой также. Как бы ездили на соревнования. Москва, Сергей Посад ездили. Если бы не было в твоей жизни клуба «Патриот», по-другому жизнь бы сложилась? Ну, я думаю, да, потому что, как бы, может быть, с детства как раз привил меня вот клуб «Патриот», спорт по жизни.